Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем Call of Duty. Итак, нам попались призраки, которые нас спасли. 4 года на хвосте у Аида, и мы взяли его помощника. Доктор был ключом ко всему. Значит, начнем сначала. Эти люди. Кто они? Вот кем вы меня считаете, а? Думаете, я крыса? Да. Пошли вы! Думаю, ты будешь тем, кем я скажу тебе быть. Илона была одна такая. Раньше в спецназе, теперь в Атласе. Могла стать тебе другом. Или ужасным кошмаром. Угадать было нельзя. Мы знаем имена. Осталось узнать, где и когда будет встреча. Можете убить меня. Я уже мертв. Не, слишком прост. Ну, раз уж ты попал на крючок. Пьер, прошу, работай со мной. Поможем друг другу. Все было кончено. Источник всего один. Данные проверены? Проверено. Аид встречается со своими спонсорами на Санторини через 24 часа. Мистер Айронс, существует протокол ввода войск в... На его совести 50 тысяч смертей, генерал. Мы входим. Операция на территории независимой страны? Без одобрения Конгресса это объявление войны. Ой, Атлас, вас это никогда не останавливало. Компания. Нам Конгресс не нужен. Господа, готовы к работе? Мы готовы, сэр. Ждем команды. Высадить группу через 6 часов. Чей это приказ? Это мой приказ! Вот так, генерал армии осадили. Послали нахрен его. Какие-то боевики. Охота, так, греться. Тип скелета. Щит, овердрайв, стимулятор. Ну давай. Как красиво так-то. Ну, правда, в будущем все испоганили тоже. Смотри на Аида, а не на меня. Клиент приближается. Отметил. Давай, Мичел. На, а ты чё? Сигнал отличный. Чё? Найдем клиента. Отслеживайте радиосигналы. Приблизь, чтобы рассмотреть. Так, ищите переговоры КВА. Это наш пропуск в их логово. Блин, а где ты можешь быть-то, скотина? Проверь его. Его здесь нет. Попробуй другую камеру. Так, так, так. Попробуй переключить камеру. Давай. Сигнал КВА совсем близко. Да где ты? Так, на рынке, на рынке. Проверь его. Блин. Не идет, да? Так, проверь-ка его. Передача на частоте КВА. Вот так. Все, можно вести. Да? Это наш пропуск внутрь. Браво, пошел. У тебя что, парашют? Подожди меня, девочка. Есть, сэр. Да. Держим дистанцию, потом убираем его. Что, берем помидоры, я нет? Я займусь тем, что сзади. Не облажайтесь, девочки.
Еще дверь закрыла специально. Ну что ж, пойдем посмотрим. Ой, чувствую, он знает, что я за ним иду. Это частная территория. Вам нужно уйти. Я ищу рынок. Похоже, я заблудилась. Это не... Эй! Хоп! Хоп! Так, а ты своего взяла? Эй, подожди, ай. Отлично. Приготовиться к бою. Магнитный ключ у Браво. Браво в точке. Тихо. Выявляю цели. Будут докладывать каждую четверть часа. В этом закоулке есть место. Патруль. Убрать его. Поставьте на этот угол человека, чтобы прикрывал. Насчет периметра. Мы поставили... Какого? Так сойдет? Ну. Ага, мне не, да, мне не надо, да, это оружие, значит? Не время. Все будут на месте и вовремя, сэр. Вашей встрече никто не помешает. Надеюсь. Иначе спрошу с тебя лично. Понял. Аид, конец связи. Клади его. Бумк. Пророк, дом зачищен. Теперь займемся конференц-центром. Бас понял, Браво. Альфа, переходите к фазе 2. Принято. Так, мне что, кого-то надо? Митчелл, надевай экзокостюм. Я соберу осу. Ага, вот все-таки какие-то данные, которые мне нахрен не нужны. Никогда их не собирал. До конца, чтобы все собрать данные. Даже не знаю, что будет, если собрать их. Надо, кстати, будет в интернете как-то проверить. Ну, костюм Пророк, есть. Оса готова к запуску. Вас понял. Жду осу. Займись дроном, Митчелл. Я буду прослушивать собрание у Аида. Давай. Оса в воздухе. 200 метров до цели. Приблизь конференц-зал. Так, вижу Аида. Вот буду прямо сейчас и против. Полегче, он. Давай. Не. Сойдет? Вот так, забросили. Блин. Отменяем операцию. Повторяю, отмена операции. А как тогда надо было? Подожди минутку. Осу заметили. Отменяем операцию. Ага. Повторяю, отмена операции. Надо с первого раза, значит, их всех. Давай, давай, ладно, блин. Блин. Давай. Альфа,
Ну-ка, вот так вот. Как еще может? Вы допустили смерть Гедеона, блин. Все, понял, кого достали. Еще кто? Все? Блин. Так и так переместил. Браво! Альфа ожидает дрона. Заряд прикроет настройку на время. Убирай их быстро. А кто заметил, где? Кто заметил? Блин, вроде так хорошо все было. А, вон. Так вроде всех убрал. Давайте.
прошу, заметили. Отправляем операцию. Повторяем отклон операции. Подожди. А я должен был в кого стрелять-то тогда? Давай. Сейчас. Когда стрелять? А вот. Можно было бы сразу его убить. Ну, я сделал все, что мог. Что теперь? Вы же не думали, что вы здесь самые умные такие? А, у меня что, ракетная установка, что ли, включилась? А что, вы знаете, где мы? Сюда. Цель снята. Так я же снял, все. Мы пройдем переулок и отрежем ему путь. А куда ты? Блин, только что закрыто было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Идите внутрь и не высовывайтесь. Хорошо. Давай. Да подожди ты вы. Блин. Альфа, еле пробились. Как у вас дела? КВА прет изо всех щелей. Прорывайтесь вперед и постарайтесь отрезать Аида. Вас поняла. На. Подождите вы. Они вон в доме засели. Причем где мы? Сканируй. Давай. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Враги! Ракеты! Где? Сбивайте, конечно, сбивайте.
спокойно, раненый. Кто там в жопу ужаленный там, блин? Ну а что, на всех их перебить, что ли? На. На. Митчелл, открывай дверь! К бойцам КВА идет подкрепление! Открывай, давай! Блин, так ты ни хрена себе! За мной! Я бы уж давно бы прошел. На колокольне вижу. А как мне его снять? Черт! Снайпер нас засек! Кидаю дымовую! Пошли! Дым вечно висеть не будет! Ой. Я прикрою! Бегом! Бунк! Я думал, это враги вообще-то. Да стой! На ладони. Хочешь пойти первым или будешь вести огонь на подавление? Я его прижму! Давай, 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 давай! Не подведи меня! О-хо-хо-хо-хо! Подавляющий огонь! Из чего? Пошли! Не тормози! А почему-то я-то не тормози? Так я, блин, давно бы уж спрыгнул, почему-то не прыгает. Дроны КВА! В укрытие! Так, сенсор, свет, Эмми, на! Дроны сбиты! Пробивайся к Конечно. Снайперу! Давай! Ну куда еще-то? Ой-ой-ой. Через него самый, блин. Как будто у меня тут. Смотри, что с Торосом. В него попали. Вас понял, браво. Требуется медик. Да отойди ты. У него стингер. Дерьмо. Нам нужен этот стингер. Пошли. Там Риверс. На втором этаже. Нам нужен стингер. Я тебя прикрою. На. Кто там еще? Дроны сбиты. Хватай стингер. А где он? Ты бы хоть показала бы где. Вижу, 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 все, нашел уже сам. Куда, куда? Бунк. Сняла его. Конвой Аида, 4 мили от точки X. Вас поняла.
Браво движется в точку X. Пошли. Помоги, Митчелл. Ну, помогаю. Подождите вы, блин. Ну, ни хрена без меня не можете. Давай. У нас скоро шаттлы летать будут, нахрен. Нам еще что, вручную машину двигаем. Поняла, идем на перехват. Как телегу, блин. Туда! Там мы сможем устроить засаду. Сможем, сможем. Браво. Вас поняла. Митчелл, ставь заряды. Ставлю. Найди уже укрытие. Жди моего сигнала. Ну, пипец, я прям укрытие нашел. Давай! И как меня не зацепило? Раз вы настаиваете. Надо их подавить. Следи за грузовиком Аида. Мы почти на месте. Да. Блин, вот здесь надо было гранатомет использовать. На. Тихо, тихо. Иди-ка сюда. Следи за грузовиком Аида. Мы почти на месте. Да, конечно. Тихо, тихо, тихо. А, подожди, это в машине они поди, да? Следи за грузовиком Аида. Мы почти на месте. На. Блин, блински. Следи за грузовиком Аида. Мы почти на месте. Блин, это вообще не то. Ой. Следи за грузовиком Аида. Мы почти на месте. Так. Ждем. Не знаю, что за контакт. На. Осколочная. Смарт. Контакт на крыше, вижу. Убедись, что на улице чисто. Не подходи к Аиду, пока улицу не зачистим. На. Чисто. На улицах чисто. Давай. Идем брать Аида. Бас понял. Внимание, пополнение КВА. Давай, давай, давай. Скорее, наконец. Митчелл, я прикрою. Аид? Не Аид? Митчелл, осторожно. Опаньки.
Это было предсказуемо. Ну? А, у всех одни прически. Одна на всех, что ли? Давай, давай. Ну, ну. Блин, я что, не смог? Подожди. Господи, он мне руку повредил. Сейчас опять ее чинить надо. Ты как? Нормально? Спасибо. Как почки? Ладно. Вытащим тебя отсюда. Конечно, вытащим. Понятно, что ты немногословный. Чё, он не убит? Он. Аид убит. Повторяю. Аид убит. А, еще что-то дергается. Он знает. Айронс знает. Что знает? Что это? Что знает Айронс? Я же говорю, заговор. Угу. Что за Айронс? И такая тишина такая. Ну давайте тогда улучшим сейчас костюм. Давай, где у нас броня? Броню улучшим. Вот. Обнаружение. Так, тактическое. Перезарядка, вот я не знаю. А, подожди, а что, по две снимает? Первая один, вторая по две. Ну да и ладно. Все. Следующее задание. Давайте. Слушаем. Что же он нам преподнесет? Мне вообще кажется, что как-то выход не по порядку, что ли, вышел. Или я как-то не по порядку сделал. Да, это больше вопрос, чем ответ. Он был мертв, остальное не важно. Это было начало новой главы. Для всех нас. Возмездие, наконец, настигло Иосифа Чхеидзе, известного как Аид, лидера КВА, который организовал те страшные удары 4 года назад. Мы поговорили с Джонатаном Айронсом, основателем и директором Atlas International, частной военной компании, выследившей и уничтожившей Аида. Поздравляю, вы сделали то, что не удалось ни одному правительству. Спасибо, Венди, но наши герои — это люди Атласа, и я горжусь тем, чего они добились за эту неделю. Конечно. Ходят слухи, что он предложит вам место в Совете Безопасности. Вы готовы пойти в политику? Ну, да. Я люблю делать дело, так что нет. Взгляните, что мы сделали в Нью-Багдаде. 40 лет назад мы ушли из Ирака, поджав хвост. Город остался в руинах. Сегодня можно увидеть, что бывает, когда жертвуешь бюрократией ради дела. Эти ваши 4 года были невероятны. После атак КВА Атлас стал крупнейшей корпорацией на свете. Теперь вы также руководите самой многочисленной армией в мире. Каковы планы Джонатана Айронса? Это боевики уже. Армия. Армия должна быть только у государства. Что-то с частной армией такого. Что-то. Террористическая ячейка, я так должен уже. Ну я именно так это воспринимаю. Даже на слух оно. Все частно. То есть у меня есть солдаты, и я как хочу, так и ворочу. Ну нет, такого не бывает. Потому что это банда, шайка, то же самое. Вооруженная группировка. Так, Утопия, Новый Багдад, Ирак. Тип скелета, щит, овердрайв, магнитные перчатки, кошка. Человек и кошка. Кого это? Быть спасителем мира? Штаны не жмут? Гидеон, Митчелл, вы мне нужны немедленно. Ты-то в теплой шапке, что, и зимой, и летом? Что там? Встречаемся в служебном помещении 6А. Никого с собой не берите. Принял. Выступаем. Давай. Выясним, что ей нужно. Пойдем, посмотрим. Что такое? Это... премия на землю.
Щиты. Экзоскелеты. Добрый вечер, сэр. Давай, давай, шевели, просто Гидеон. Не верится, что мы в Багдаде. 2 года назад нельзя было выйти наружу, чтобы не поймать пулю. А теперь здесь все процветает, мать его раз. Спасибо нам. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте, ну что, на лестнице, да, где-то? Отряд «Эхо» вчера накрыл очередную ячейку КВА. Вся их сеть разваливается. Аид был ключевой фигурой. В мире заканчиваются засранцы, друг мой. Может, да нифига. Закончатся одни, придут другие. Добрый вечер, сэр. Добрый. Какие вежливые ребята. Мне это нравится. Вежливость. Готово. Нужна всегда. Ну. Ну, заходи. Вы говорили, куда идете? Нет, и что? Скрэмблер даст нам всего несколько минут. Подключитесь, я вам кое-что покажу. Что, вашу мать, происходит? Смотрите сюда. Это Айронс, с ученым, которого ты спас. Тот, кого вынули из реки? Он так и не вернулся в Нигерию. КВА готовит до падения. Они рассказали мне все. Что за атака? Электростанции по всему миру. Они хотели, чтобы я отключил систему безопасности. Где они хотят ударить? Сиэтл, Париж, Токио. 1000 людей погибнут. Мы должны рассказать. Нет. Мы должны сказать всем. Ладно, хорошо, хорошо. Я этим займусь прямо сейчас. Вот так. Он знал. Знал все и допустил такое. Все эти люди мертвы, а он просто срубил бабла. Откуда это у тебя? Аид. Последнее, что он успел сделать, передать нам это. А это не подделка? Для шифровки использовался наш алгоритм. Это Атлас. Это видели только мы. Надо уходить отсюда. Быстро! Так. Ой-ой-ой. Мы не успели. Это вежливые ребята. Я же говорил, меня предадут. Не могло быть все так хорошо. Мы все это видели. Видел что? Видел все. Ты знал об атаках. Столько невинных погибло. Это фальшивка, ее взяли у террориста. Да ты псих. Ты чудовище. Ты меня разочаровал. Ты мог получить все. Держите их, пока репортеры не ушли. Гидеон. Да, сэр. Гидеон. Гидеон. Все видел сам. Тип нас предал, что ли? А ну ты нас и предал, видите? Он сказал, подделка. Он принял решение. Ага, нас хотят убить. Стой, где стоишь! Девочка, сваливаем. Так, хорошо. На. Девочка, ты справилась? Надо выбираться, срочно. Еще бы. Кто бы сомневался. Ты кто? Не останавливайся. Блокирующие двери под тряпками. Вы не можете переходить в лицо. Двери на тупик. Тупик! Мать вашу! Что-то не понял. Придется воспользоваться магнитными захватами. Ну давай. Хоп. Мы окажемся в ловушке. Давай, давай, давай. Дроны, бежим! Нам надо укрыться от этого роя, быстро! А что, у меня никаких? Туда! А, никаких у меня нету. Тихо. Мы на 5-м этаже. Ничего страшного. Так, а кто нас выловит-то?
Как мы в таких железяках плаваем? Кто мне ответит на этот вопрос? У меня куча вопросов к разработчикам. Как можно плавать в этих железяках? Ай-яй-яй-яй-яй. И тем более такая... такая нагрузка на организм. Вы утонули, так я вроде успел выплыть. Так, ну пойдем, посмотрим, куда это я выплыл. И что теперь? Тебе нужно пройти через старый город. Беги, кто? Они весь город перекроют, чтобы нас найти. Вот почему тебе нужно двигаться быстро. Давай. Тихо. Блин, вам не удалось сбежать. Тихо, тихо, тихо. Мне придется вообще туда бежать, получается. Что-то они меня атакуют прям со всех сторон. Тут, видимо, сражаться это не надо. Атлас-1, ага. Прижали бегунов в старом городе. Укрытие! Говорю, вроде не надо. Вы убили, будьте осторожны. Блин, нифига себе. Атлас-1, мы прижали бегунов в старом городе. Ничего страшного. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ты за мной успеваешь там хоть? Да уйдите вы нахрен отсюда. Куда? На. Блин, да какой Митчелл, блин, я тут пока воюю, ты мне не помогла ни разу нахрен. На. На.
Бегу. Блин, ты бы мне не помогла ни хрена ни разу. Давай. Только зачем он мне, пока не знаю. За нами гонятся дроны. Надо от них, значит, оторваться. Так и понимаю. Вау. Ныряй под этими лодками. Давай быстрее. Да и так. Чё ты меня гонишь-то? Давай на пандус. Да без тебя уже знаю, куда мне. Да я так разбился из ракеты. А, у меня нету сумки, с ракетой. Ракета, ныряй! Ракета, ныряй! Давай, 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 давай. Ползи, 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 быстрее. Ай-яй-яй. Куда мне? Воздух! Ныряем! Воздух! Ныряем! Осторожно! Да блин! Сколько близко можно? Почему? Чему близко-то? Не останавливаться. Там дронов еще тьма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, это по сюжету. Тогда ладно. Беги, бежим, бежим. Девочка моя. Беги давай. Вас поняла. Лодки конец. Чё? Так не стараемся, не останавливаемся, мы и так сваливаем. Давай. В порядке? Вас поняла. Лодки конец. Идем. Перезагружаем, конец. Как мы должны туда добираться? Митчелл, мы можем зацепить крюк вот тут, наверху. Давай. Там еще одно место для крюка. Ну ни хрена, я как их... Двигайся! Контакт! Выискивай. Тихо, тихо, подождите, подождите, ребята. Я вижу. Почти на месте. Цепляй крюк и лезь на башню. Вперед, вперед! Хоп! За кортес. За какой? Придется воспользоваться магнитными захватами. Ну давай. Полезли. Хорошо, что меня хоть этим снабдили. Сюда. А мы не можем включить, чтобы нас это, так сказать, вот этот подъемник поднял-то? Хоп. Let's go!
Я дам вам осколочную. А кто? Почему? А я меня не... Ни хрена не видел, ну ладно. Опа. Я тебе дам осколочное, блин, ни хрена ты. Идите к крану и пройдите по нему. Ну. Ну. Осторожно. Давай. Ай-яй-яй. Прыгай, Митчелл. Что за ерунда нахрен творится? Вы из меня какого-то прямо чужого делаете, хищника, я не знаю, кто нахрен. Вы думаете, я высоты не боюсь? Да я обосрал там всех. Узнаешь своего сержанта? Конечно. Мы вас отсюда вытащим. Птичка! Что такое, босс? Назад! Если ты врешь про Айронса, я сам тебя достану. Я права. Атлас 1, доложите. Ушли. Крыша чиста, ни следа. Ладно, ходим. Пошли. Ну, покедова. Ну, блин, вот эти ребята-невидимки. Вы мои спасители. Давайте на улучшение. Перезарядка, так. Тряска, чё? Прицел при попадании сбивается меньше. Ну, давайте. Тоже пригодится. Поехали дальше. Миссия на этом еще не закончена. Мы же не разоблачили его. У тебя есть вопросы. Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени. Наблюдали. Ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя – Страж. Наша миссия – расследовать атаки КВА и сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо. Последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митчелл. Ты с нами? Конечно, с вами. Кстати, заметьте, как меняется. Если, допустим, во второй мировой, ну, первая, вторая Call of Duty, там рассказы были минимальны. В основном это, как сказать, обсуждение задач. Здесь оно идет уже как истории. Так, страж, место не разглашается. Тип склета, щит, овертайм, кошка. А где вот про космические корабли? Там уже как вот фильм идет. Сейчас узнаем, на что подписались. Одно балабольство. Обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это важно. Мы справимся. Конечно. Мне так вообще без разницы, кого мочить. Штаб-квартира, стража. Так. Одинокому волку дали зеленый свет. От Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет.
покончим с этим. Давайте. Я, кстати, дом не тот, на котором тренировались случайно. Нокс, как дела? Почти пока не родила. Система управления дронами. Вау. Бангкок, Таиланд. В Таиланде, что ли, обитает? Пошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Любит. Готовь крюки. Леди Боев. Движемся к контрольной точке 1. Понял, вы у нас на радаре. Хоп. Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы меня где сбросили-то нахрен? Тут башкой ее. Вот что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Мы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Милона за мной. Пошли. Кстати, только вспоминал игру, где вот эта вот миссия была. В дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Так. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Давай. Только говорю, вот вспоминал, что же это, говорю, думал за игра-то, где вот такая вот миссия вот есть. Это думал Хитман сначала. Давай. Я вижу кучу маршрутов из твоей точки до центра безопасности. Выбирай любой. Так-то можно вон там еще их. Блин. Не стреляй ни в кого, пока он открыт. Противник внизу. Хопа. Давай потихонечку. Это потрясающе. Детройт никогда не был. Ох ты, джаз. Джаз. Новое метро, школы стали лучше. Я все равно волнуюсь. Опа. Иди на крышу. Дрон, прячься. Не атаковать. Митчелл, выпуск не прожми. Давай. Система безопасности отключится всего на пару минут. Не трать тут время. Посмотрим, стоил ли план своих денег. Загружаю план в твой костюм. Ну? Смотрим. Ой, я первые-то разы, помню, всех уничтожал, лазил по кустам. Взял их камеры под контроль. Ну? Убирайся оттуда, дроны ожили. Опаньки. На крышу, быстрее, Митчелл. Кормак, мы вошли в систему. Митч, встретимся в кабинете Айронса. Илона, ты на часах. Вот так. Митч, давай на главный двор. Держись в тени. Блин.
Так, так, так. Дроны эти вонючие. Как-то сбоку можно было. Хопаньки. Опаньки. Так, идем, идем, идем. Кто говорил? Так, тут где-то что-то отключать надо было, что ли? Чтоб отвлечь их. Так, покуда я заходил-то? Кто где? Блин, а как? Так, через бассейн, что ли? Или по той стороне? Как это сделать? Да, это-то я вижу. Да, я думаю, бассейн с той стороны точно такой же, как и здесь. Ждем тогда, когда он сейчас уйдет. А, его сюда можно затащить, в кусты. Давай. Можно было и на машину, да, значит, на машину, на крышу заталкивай. Подождите, а почему вас заметила охрана? Блин. Я знаю. Да, точно. Я знаю. Так, ладно. Где я? Ага, вот. Так, в кусты. Ушел.
Давай, потихонечку. Они как раз туда. Я не понял, а ты чё, как прошел-то? Давай. Я никого... А, нет, убил кого-то, да. Сейчас с двух сторон надо. Атлас. Начали. Я что-то нашел. О, вот так. Мы знаем, где будет встреча. Вот это классно. Копирование. Давай, а мы сваливаем. Опа! Да я и так за тобой. Пошел. Едем на встречу с мистером Айронсом. Хватаемся. А если он по кочкам поедет? У нас же размотают. Ой-ой-ой. Надеюсь, эта дорога нормальная. Что? Что случилось? Мистер Айронс, ждет вас. Готовы? Пошли. Кто у них дороги делает? Почему у них дороги ровные? Я не понял. Опаньки. Вас заметила охрана. Блин, стоило упасть, твою ж мать-то. Ну и что тут, у нас? И как мне это сделать? Джо Р, зайдите в главный офис. Джо Р, зайдите в офис. Действуют протоколы безопасности. Перед выходом с площадки ожидания приготовьте запись. Ну давай. Запущена предполетная проверка. Записываем встречу. Проблемы быть не должно. Если гости увидят, что в этом контейнере у нас будут большие проблемы, то мы спешим изо всех сил. Типа термически нестабильна, она очень нестойкая. Ваша забота меня очень трогает. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в банке. С остальным мы справимся сами. О как. А мои деньги почему не в банке? Все деньги в банках, в банке хранят. А мы в бочках нахрен. Ну ладно, не суть в этом. Давай, нам надо успеть. Подтянемся! Готовь руку!
Хоп! Я успел. А ты тоже успел, молодец. Я видел такую бомбу в самом начале игры, когда руки лишился. Так, и как нам быть? Ага. Никакого парашюта, то есть мы на ура. Поздравляю, чё. Вот это я понимаю, авантюризм. А вы что, знали, что мы здесь упадем? Ну что за брехня? И меня не знал даже, где я упаду. Никто не знал. Итак, на улучшение мы не навоевали. Ну и хрен с ним. Что у нас? Кингпин, это Страж 2-3. Ну, Бангкок. Радару удалось захватить цель. Вас понял, 2-3. Пандора уже у нас на прицеле. Точка назначения — воздушная база Рио-Галегас. Если Айронс хочет нанести удар в этом полушарии, это идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант — перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Это важный шаг, Кормак. Ты нанесешь Атласу прямой удар. Хватит прятаться в тени. Пандора, значит. Интер... Ой, интеллектуал там. Ну, давайте. Пора выходить из тени. Всем выйти из сумрака. И фонариком в глаза. Так, крушение. Антарктида. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тип скелета штурмовой. Усиленные прыжки. Акустика. Магнитные перчатки. В Антарктиде. То зачем мне магнитные перчатки? Там снега мне бы. Подогрев бы. Что-нибудь, режим жареные булки там. Какие-нибудь потные орешки. Вас понял, Страж 2-3. Ваша основная цель — груз. Добудьте его любой ценой. Яволь! Так, а мы что, тоже летаем? Эта штука летит, и мы летим. Давай. Куда мы тут? На крыло? Кстати, у нее аэродинамика не ухудшится. Не заметишь, что там что-то не так летит стало? Не помешаем? Ну. Давай. Подожди еще немножко. Еще чуть-чуть. Интересно, что-то не слышат. Они слышат, как я ползу? Это дунк! Дунк! Было бы смешно бы. Ставим заряд. Крылья отрежу просто. Вот это прикольно. А у него, кстати, в крыльях же топливные баки стоят. Почему это все дело не взорвалось? Вот тоже вопрос вопросов. Ну ладно. Кстати, я думаю, это, наверное, я так думаю, заключительное, может быть. Сейчас в снегах же будем воевать там. Так, куда лететь-то нахрен? Вот, самолет. На. Все, приземлились. Что там у нас? Группа захвата взорвала задний люк и берет груз. Всем отрядам на подходе ГБР Атласа. К вашим позициям приближаются спускаемые капсулы. Страж 2, срочно перебрось груз. Они пунктуальны, надо признать. Как пришельцы прямо таки. Хопаньки.
следовать, следую. Кто несет? Но. Контакт на 2 часа. Я уже давно все расчистил. Иди, иди, да иди. Давай. Что-то выходите туда-сюда. Тихо. Перезаряжаюсь. Ну это хорошо, что вы взяли. Теперь я бегу. Толкать. Да нет. Успел. Успел, да. Что мы сделали? Ой-ой-ой. Блин, а что вы, на что вы надеялись-то? А что, я сомневаюсь, что я могу причинить ему вред. Бум. Ага. Надо было просто постоять и продержаться. На, мне вообще гранату потратил только. Все в порядке? Да я в порядке. Нужно найти путь к грузу. Похоже, тут есть проход. Ну давай. Ладно, пошли. Я думал, у меня крюк есть нахрен. Свет. Так-то красиво, да? Есть. Термосистема в костюмах еле справляется. Сталактиты, есть сталагмиты, есть сталагманты или кто они, которые вместе соединены. Просто лед. Все чисто. Продолжайте сканирование. Двигайтесь. Что, их убивать или как? Чистим, чистим, чистим. И отряды не отозвались.
следующий раз. Жди команды. Ой-ой-ой, кто бы говорил? Ходите, бог знает где. Ты куда? Тут один вход, один выход. Ты куда-то бежишь? Да я вроде и не собирался. Ну ты, давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, остался без оружия. Давай. Блин, а я еще восхищался этой броней. Спокойно. Как же я? Еще вниже пали нахрен. Как низко мы пали. Так. У меня, кстати, мое ружье тоже где-то здесь должно было быть. Нам нужно найти выход на поверхность. Ага. Мы можем пойти отсюда по течению. Придавило тебя. Думаю, что у нас есть выбор. Я пойду впереди. Рейчел за мной. Илона, прикрывай стену. Гибридный прицел. Ну. Вода поднимается. Нужно найти выход. Я вижу свет впереди. Придется нырнуть. Так, блин. Я еще до тебя увидел. Ты думаешь, я тебя вижу, по идее? А, ну хотя тут, да, вода-то чистая, не засоренная, просто света не должно было быть. Враги Давай, давай. Убрать их. Ну как, неплохо я справился. Ага, это мой. А чё ты тогда сиськи мнёшь? Вперёд, вперёд! На, на, на! Ни хрена вы без меня не можете. Куда, куда? Ой-ой-ой. Все чисто. Я вижу впереди выход. Не останавливаемся. Видишь. Много видишь, я погляжу. Да мало делаешь.
Так. Что значит огонь из эми? Ага. Итак. Что делаем-то? На вашу позицию транспорт. Я пойду вниз, попробую их выманить. Илона, убирай тех, кто отстанет. Илона, открывай огонь, как только окажемся на позиции. Открыть огонь! Вперед! Мы должны взять груз! Пошли! Мы должны взять этот груз! Ой-ой-ой-ой. Так и должно быть, да? Раз игра сохранена, так и должно быть. Молодец. Давай, я доберусь. Ладно, тогда веди нас. Митчелл, Корман, хватайте стингера и прячь. Блин, где-то здесь я видел один стингер. Перепрыгнул, что ли? Куда целиться-то надо? Вот это я понимаю, стингер. Давай, давай, давай. Что надо сделать? Опа! Уходим! Далее по дороге гонки. Ведем блюдечады. Корма, конец связи. Вот, я стал гостем. Приятно. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующей серии. Пока!